Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины. Питер Брегель-младший, 1558 год. Работа называется «Алхимик». Шедевр «Алхимик» Питера Брегеля-младшего – это рассказ о безрассудстве и жадности. На картине изображен алхимик, пытающийся превратить что-то в золото. Рядом с ним жена, отчаянно ищущая монеты в кошельке. Вдобавок дурачок стоит рядом и раздувает огонь, в целом питая все усилия превратить что-то в золото. В правом верхнем углу картины изображена семья алхимика, выпрашивающая монеты. Это показывает конечные последствия глупых попыток заработать золото идиотским путем. Когда эта сцена была написана в 16 веке, практика алхимии, превращения одного металла в другой, уже была дискредитирована. Вот такое краткое описание я нашел в интернете к работе Питера Брегеля-младшего. Она называется «Алхимик». Пока-пока. До свидания. Смотрим работу.